вообще условия невозможны. Я решила все равно записывать, потому что здесь у нас водопад. Во-первых, у нас мост утарочный. Вот посмотрите, наша стена. Руки у меня уже вообще никакие просто. Но, честно говоря, вот мы так немножко спустились, и уже все-таки теплее. Я вам хочу показать вот этот бортик. Он идет по всей дороге, да? Вот какого хрена бы стали бы делать бортик около дороги? Вот он там вот здесь идет, его сейчас не видно, он немножко опущен. Он ниже, как бы, чем дорога, там он... Но я вам сейчас его покажу, все равно его еще много будет. Вот на 1000, вот где-то 700 метров, до 1800 где-то примерно, да? Сейчас мы находимся. Вот, посмотрите. Сейчас я вам и там покажу, вот тут тоже стена наша, все, видите, все. Тут, кстати, немножко дождик закончился, сейчас вам покажу мост такой арочный. Смотрите, да? Видите? Там как будто змея торчит, да? Ну, может, его укрепляли, но все равно он наш. Ничего не скажешь, что все, вот складки, все. И вот посмотрите на стены, которые наши, которая вот не человеческая, да? Абсолютно отличается. То есть это блоки, это не плиты, понимаете? Вот, ребята, хоть немножко дождь прикосился. Вот видите, вот этот бортик, и он идет по всей дороге. Как бы, вот, представляете, сколько нужно затратить, да, сил? То есть это указатель на то, что там идет продолжение стены, понимаете? Просто внутри вот этой вот земли, как бы, да, земли. Так, вот, видите, вот, тут тоже стена, да? Видите? И вот, посмотрите, какой каскад, видишь? Ну, блин, начинается. Сегодня телефон вообще не хочет меня слушать. Ну, потому что я его тоже понимаю. Давайте тогда так, я не буду тогда увеличивать. Я не буду увеличивать. Покажу вам отсюда. И мост. Мост еще покажу. Вот, кстати, арочный мост, да? И вот вода. Вот, и там еще посильнее будет. Это сейчас так не очень видно. Просто здесь видно, как откуда она сверху там течет, да? Откуда-то там с гор. Вот, а тут еще труба, кстати, смотрите. Вот опять эта штука, да? Смотрите, да? То есть, ну вот я все больше и больше убеждаюсь, что это абсолютно наше. Потому что я сейчас вам покажу одну, которая стоит вообще на разных уровнях. То есть одна на высшей горе, а другая... Вот как можно так просчитать, что так поставить? Вот, посмотрите, еще какая-то труба. Посмотрите, какой туман, ребята. Невероятно. Она мне не дает сегодня снимать. Не дает. Вот, хоть ты трейся, ребятушки. Вот что есть, то есть. Понимаете? Вы же понимаете, что я с удовольствием бы вам все сняла. Но не дают мне снимать. Напустили туман, когда вообще в конце мая это вообще невероятный туман иметь. Тоже вот штука, да? Ой. Сейчас я вам покажу вот этот бортик стены. Вот, посмотрите, тут тоже, посмотрите. Вот что это, да, посмотрите? Чумное изделие торчит, да? Сейчас мы уже приблизимся к этому камню, который вот сделал дырку. È vero che tra un po' sarà questo sasso, quello che ha fatto un buco, cratere. Камнеломки везде тут, видите? Видите? Классно. Ну, что-то замышляют. Видите? Как дольменчики такие, да? Вот, пожалуйста, опять вот эта штука тоже. Как бы зачем ее делать, да, вот скажите. Вот этот бортик. И вот этот цементных вот этих вот таких вот, мол, бортиков полно. Босс и маленькая тележка.
И вот выходит прямо ведь из скалы. Вот посмотрите, прямо ведь из скалы выходит. Вот прям туда так залили, что ли, вот так хорошо. Да? Ну, он типа говорит, камень упал. Ну, ну так. Я ему уже говорю, ты же видишь, что это камни, эти все. Маленькие камни, они все на своем пути разбивают. Вот посмотрите, стена. Посмотрите. Ну, посмотрите. Вот видите, там, где он стоит, кстати. Знаете? То есть дороги, стены, понимаете? Видишь? Это же как будто второй человек торчит был. Лицо какого-то человека. Странно, да? У меня уже видение, говорю. Но туман это горы и туман, это, конечно, большое испытание. Для психики, да? Ой, ребятушки, вот для моих друзей, к которым я обращаюсь, я это вот просто делаю для вас. Для вас, потому что я знаю, что... Ну, понимаете, вот это просто невероятно была бы материал, если бы не вот такая погода, понимаете? И, конечно, удивительно, ни с того, ни с сего, ничто не ожидало такого. Вчера была жара, но я не знаю, здесь, может быть, не жара, но было бы тепло. Тепло было, везде было тепло. Понимаете? Ну, вот так вот, ни с того, ни с сего. Ну, кстати, да? Иди, да? А, сейчас будет еще один, кстати, да. Сейчас будет еще один. Ну, посмотрите. Стены, да? Видите, все с дырками. Все стены с дырками. И посмотрите, все спускаются, когда я вам говорю, да, вот так все, вот видите, вот все всегда вот так вот полого спускаются. Какой-то момент они нарастают и потом плавно опускаются. Всегда вот такие, как рукавами такими. Кстати, все с нашими дырами, видите? То есть здесь вот укрепление делать, да? И вот наши насечки, эти туннельчики, видите, вот. Давно не вылучат их. Видите? Это туннели. Только в мелком изображении. Тут, видите, зреет. Вот такая тоже дорога петляет, да? Видите, как змея идет. Вот змея наш, этот змей наш, искуситель. Вот, смотрите, какая курка, которая выплевывает человека. Ну, пожалуйста, ну, что это вообще? Мол, наши сделали. Ну, не знаю. Что-то мне как-то не верится. Вот крюк такой торчит. Вот такую дорогу мы поднимались. Так я вам еще целый кусок не засняла. Понимаете? Посмотрите. На... Внизу скалы, да, вот такое вот гладкое, да, кстати. И торчит штырь. Ну, может быть, вот как, по каким-то образом это тут залили цементом. Зачем-то непонятно, зачем. Вот.
Вот идет бортик, да? Вот там мы только что были вместе. Дорога нелегкая, нелегкая. Вот опять наши дыры, видите? Вот. Наши, потому что они неравномерные, они, видите, всегда либо диагональные, либо как амбразура. Что-то либо расширяется к внешней стороне, либо сужаются. Вот корка, видите, кстатенькая. Не буду очень сильно увеличивать, потому что телефон не хочет фокусироваться. Но вы, кто понимает, тот понимает. Корку нашу видит. И вот стены, да, с этими зырками. И вот прям видно, что это наши абсолютно... Абсолютно наша стена, а не человеческая, потому что все тут гармонично, и с травой, и со всем. Вообще даже не видно теперь этого. Такой туман, это вообще все накрыло, понимаете? Но я говорю, хоть стены поснимаю, но я сюда вернусь. Это точно, 100%, потому что это плотина, это стоит того. Видите, тоже как, да, в разные стороны идет. По диагонали. Эта плотина, посмотрите, какой блок. Посмотрите, какой блок, да? Плотина стоит того, чтобы ее посмотреть хорошую погоду. Посмотрите, посмотрите. Вот наши насечки, видите? Туннельчики, видите? Посмотрите. Далеко уже от меня ушел, я его не вижу. Видите, тоже бортик идет тут. Че он здесь идет, да? Но я вам почище покажу. Здесь еще можно сказать, да, это сделали. Посмотрите, посмотрите. Но это еще не тот камень, который... Посмотрите, какие. Потому что мы не знаем, какой камень. Типа, видите, какие кратеры делают? Посмотрите. Видите? Посмотрите. Как это, метеорит. Посмотрите, что делает Земля, видите? То есть... Если такой небольшой камень такой делает кратер. Эх, жаль, что не видно город. Вот такие города тут вообще просто невероятно. Вот. Вот тоже, видите, идет этот бортик, да? Это такая наша тут это. Бортик это потому, что идет стена, понимаете? Вот. И вот тут тоже, вот посмотрите, разве могли бы наши такое сделать, так вот, так глубоко вот. Начинается. Это здесь уже гораздо теплее, вы знаете, опустились, и вот уже это... Да что такое-то? О, знаете... Надо на него покричать.
И все сразу становится это. Но видите, это все равно наша корка, потому что, посмотрите, сверху, видите, идет неровно. И там, посмотрите, даже наша эта паутина вот жижевая, посмотрите. Знаете? Жижевая тряпка. Вон здесь еще, кстати, вот еще. Видите? То есть это наша. Вот этот бортик наш. Абсолютно. Знаете? И вот тут идет по краю, да, пропасти. Вот. Видите? Ой, слушайте, дочка прошел. Ну так. Накрапывает, я уже его не замечаю. Вот тут зреет, видите, зреет кладка. Зреет. Корки, видите, корка расползлась. Вот. Ну ладно, сейчас поскачем. Сейчас поскачем. Уже теплее гораздо стало, ребята, вообще невероятно, невероятно теплее. Вот тут тоже, посмотрите, да? Тоже интересно, что так залили бетоном. Да? Удивительно. Вот смотрите, от расстояния от вот, ну вот сейчас мы, может быть, 1500, да, до 2000, это какая же большая разница. Обалдеть. То есть у меня уже не стынут руки. Вот. Видите, как корка слаивается. У меня мама, например, любит туман, все в тумане. У нее очень много тоже было, например, тем, картин, которые нарисовала в тумане. Вот. Ой, ну как же здесь тепло! Удивительно, ребята, как здорово! Вообще вернулись на землю. Посмотрите, корка весь, посмотрите. Вот корка, посмотрите. И уж на 1500-1600 не стали бы это вот заливать вот так вот, видите? Чтоб корка сделать. Посмотрите, посмотрите. И так делается полигональная кладка. Уже цемент как будто залили, да, смотрите? Да, очень интересно вот так вот. Ну все, теперь я поняла, что когда мы поднимаемся все-таки выше, чем 2000, особенно если, ну, такая вот дождливая погода, я беру с собой всегда что-то очень тепленькое. Извините, что я тут перевожу, просто он не любит, когда я снимаю. Поэтому я вынуждена, чтобы его не снимать, перескакивать телефон, передергивать. Посайке и вольто пью кальдо десто. Пропио, но на, но пью. Он тоже почувствовал. Смотрите, я хочу вам показать сильный каскад. Смотрите, да? Тут маленькие, видите, да? Видите? Вот как будто бы наш кирпичный, да, этот кирпичный песок, видите? Вот, а тут, видите, это такая сильная вода. Это видео все равно, кумэ. Ну, все, по-моему, фильм оррор. Это. Телефон не хочет протестировать ничего. Ладно, не буду я увеличивать. Покажу вам так вот.
Золотой поток, да? Видите? Вот, и, кстати, тоже вода там утром, еще когда меньше тумана было, она была красивая. И то без солнца она все равно была красивая, а сейчас вообще не видно ничего, понимаете? Так, ну ладно, пока я прекращаю снимать. Вот опять наш этот идет, бортик, а нет. Да, да. Вот, сейчас вот только вот этот бортик начнется, и я снова начну. Девушки, пока-пока.